Всем привет из Сочи. Не удержалась, чтобы пока не показать. Смотрите, вот эту красоту. Посмотрите, какой шикарный кот. Этого котика я взяла девочке. Но пока он у меня дома, хочу показать. Это просто чудо. Действительно, коты не перестают удивлять. А самое интересное, что этот котик пахнет. У меня тоже дома есть котик, но он не пахнет. Вообще. Сколько я его за пару лет нюхала, нет, он вообще не пахнет. А это как только засунула носик пакет, уловила прям достаточно хороший аромат, очень приятный, от Депсоны. Вытащила из упаковки, пока он у меня. Посмотрите, какие корни. Это просто прелесть. Такие от Депсоны, хорошие растения с шикарной корневой системой. Посмотрите, просто замечательные, лезут со всех сторон. И еще одна красотка. Это бабочка. Посмотрите, какая нежная и красивая. Вот этот последний цветочек у меня сегодня только лопнул. Еще, видите, даже не разошелся. Остался вот там еще один бутончик. Очень красивая бабочка. Это бабочка из тех, которые постоянно, то есть каждый цветочек действительно произведение искусства. Посмотрите, каждая практически, каждый цветочек свой рисунок. Такие замечательные. Смотрите, насколько ажурные лепесточки. Губенка с полосочками. Она с какими-то точками, с полосочками. Просто замечательная. Вот такая красоточка. У меня похожая есть. Поэтому эту я себе уже оставлять не стала. Моя, правда, сейчас не цветет. Ой, но я удержалась, потому что с местом катастрофическая проблема. И даже, может быть, место бы еще нашлось, но сил ухаживать за большой коллекцией уже нет. Вот такие вот лопухастики. Хотя она не очень лопушистая, она обработана, я ее не протирала. И посмотрите, вот такая хорошая корневая система. Очень хорошая, вообще удивительно для бабочек. В последнее время почему-то бабочки встречаются с не очень хорошей корневой системой. Они, конечно, большая редкость у нас. Ну вот это просто порадовало своей корневой системой. Вот такая вот красоточка. Так что пока у меня еще девочка не забрала, я любуюсь этой красотой. Как можно не любоваться? Ой, ну я не знаю, настолько она. Вот эти вот ажурные края, посмотрите, все с каемочкой. Действительно, просто красивая. В обед немножечко пахнет, совсем чуть-чуть, но это тоже приятный бонус, я считаю, особенно для бабочки. На один цветонос, но посмотрите, какой пышный. Один цветочек от нас отвернулся. Сейчас я его поверну, покажу.
покажу его очень крупный. Крупный, шикарный. Сегодня, конечно, у нас немножко пасмурно. Нету солнышка. На солнышке она бы вообще играла на все цвета и переливалась. Но солнышка сегодня, к сожалению, нету. Но все равно посмотрите, какая прелесть. Не смогла не удержаться, показать вам эту красоту. Хорошего вам дня, оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Рада всем своим гостям. И очень, конечно, хочется, чтобы вы меня поддержали подпиской. Для меня это очень важно. Фокус куда-то немножко девается, не хочет показывать эту красоту. Вот, сейчас поймаю. Всем пока-пока. И еще раз привет из Сочи.